Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Бравл Старс. Сегодня мы с вами откроем бойца Була. Ну что ж, давайте посмотрим, как же он классно выглядит. У него такой дробовик прикольный, я надеюсь, он мощный. Я надеюсь, он такой же прикольный, как сам Бул. Взяли, значит, игрока нового. Так, где он? Вот он новый, давайте возьмем. Давайте посмотрим стили, какие у него есть. Вот такой вот чувак есть. А тут какой-то неизвестный. Ну, начнем мы со стандарта, ребятки. Давайте один откроем. Всего лишь один. Пока что 18. Плюс очки нам дали. Пока. Плюс Барли. Ну и пока что, в принципе, хватит. Также, ребятки, я хотел взять сверхредкого бойца. Ну, блин, мне не хватит просто. Мне не хватит просто гемов. Жалко. Ну, я все равно его, ребятки, приобрету. Так что не переживайте. Самое главное, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там советуйте друзьям. И тогда будет много чего интересного. Ну что ж, давайте поиграем. Я хочу в разных режимах на нем поиграть. Захват кристаллов, потом столкновение и в конце ограбление. Все мы это пройдем. Начнем с захвата кристаллов. Let's go, ребятки. Поехали. Так, он, правда, у меня не прокачан первого левела. Поэтому им будет сложновато играть. Но все же тащить, я думаю, можно. Ого, нифига себе. Нифига себе, какой разгром-погром. Так, аккуратно, ребят. Аккуратненько. Нам нужно, самое главное, собрать кристаллы. Я пока что еще и не быковал. Ух ты, какой, смотрите. На него, наверное, вперед идти. Он хилится. Бау. Бьем. Нужна перезарядка. Так, отступим немножко. Нужно силу накопить, ребят. Нам нужно срочно силу накопить. Надо Мишку бить. Ну что ж вы... Все, меня убивают. Меня не прикрыли. Какого черта вы меня не прикрыли? Ну ладно. Ладно, ребятки. Живем. Давайте, ну добивайте же. Кристаллы заберем. У нас уже 5. Мне до силы накопить. Срочно силу. Так, снесли. Отлично. Неплохая сила. Давайте, да... А где все ребята? Ребят, помогите. Ну что ж вы мне помогаете? Вы видите, что меня сейчас добьют? Это что такое? Вы это видели? Это боты, что ли? Никто меня не прикрыл. Никто, ребятки. Я так просил их не помощи. И никто... Никто даже и не подумал меня прикрывать. Так, ну вон, видите же, надо отбирать. Ладно, в принципе, мы в плюсе. Нормально. Ну просто почему они тогда меня не прикрыли? Хотя у них была хорошая возможность просто взять и добить. Почему они это не сделали? Так, вот. Давай. Я все заберу это. Отлично. Теперь быкуем. Слушай, а мне нравится. Мне нравится его способность быковать. Это круто. Блин, я не звездный игрок, ну ладно. Мы еще себя проявим. Так. О, нет. Я хотел другой режим. Ну ладно, давайте еще разок сыграем, и потом выберем уже другой режим. Let's go. Блин, слушай, ну он хороший боец. Он мне нравится. И у него довольно-таки много хитпоинтов. Так, бери, ну что ж ты не берешь-то, ну что ж вы делаете-то, ребята? Так, бейте. Вот, можно добить. Нету какой-то согласованности. Вот куда он сейчас пошел, когда видит, что его окружают? Куда ты поперся? Так, вот, ребят. Кристаллы надо собирать. Вижу. Так, забрал кристалл. И у нас 6 кристаллов. Там чувака немножко оставалось. Давайте попробуем набыковать. Отлично. И добиваем. Теперь нам надо отступить. Неплохо. Правда, я кристалл не взял. Но все равно неплохо. Так, последний кристалл нам нужен. Он сейчас должен выпасть. Все, ребят. Нам не обязательно сейчас... Не ходи, пожалуйста. А, ну, в принципе, ей можно. Ей можно, а нам не стоит. Нифига себе. Вы что делаете?
Так, я забрал, короче, я забрал кристаллы. И постараюсь просто смотаться. Давайте здесь заныкаемся. Все. Мы спрятались, и по сути все. Мы победили. Да, отлично. Мы это сделали. Вторая победа. Поднимаемся в рейтинге. Теперь я звездный игрок. Я же говорил, я себя еще проявлю. Так, второй ранг. У Була. Отлично. Теперь выходим. Очень быстро находит нам соперников. Так, ящик на 300 будет. Окей, я это учту. Событие по билетам будет скоро. Просто чудно. Столкновение. Давайте проверим его в столкновении, как он себя тут проявит. Так, играем. Фуф, фуф, ребята. Будет еще много чего интересного. Хочу сделать стрим по этой игре. Вы офигеете, какой это будет стрим. Мы будем подниматься в рейтинге. Это будет классно. Это будет классно, ребят. Вы еще такого стрима не видели ни у кого. Ни у кого просто такого стрима не видели. Вы потом сами все узнаете. Так, ну ладно. Так. Сейчас нам надо зарабатывать силу. Отлично. Отлично. Вон, я вижу еще один. Так. Давай, раз. Две силы. Чем больше силы, тем лучше для нас. Слушай, а тут что-то нету. Тут что-то нету ящиков. Обычно по центру всегда были ящики. Уже три силы. 6400. Слушай, классно. Давайте пробуем вот этот забрать. Вот этот недобитый. Странно, почему... Почему его не добили, вообще понять не могу. Четыре бойца осталось. Я лучше тут поброжу. Давай, давай, пожалуйста. Отлично, 7200, ребята. У нас 7200 уже. 5 силы. И я думаю, нам не стоит торопиться. Давайте пока что пробежимся так, поищем. Может быть, найдем какой-нибудь ящик. А ящиков уже нет. Наверное, все облутали. Три бойца осталось. О, это будет опасный. Это будет очень опасно. Так, ну ничего, мы забираем силу. Все. Все, ребят. Блистательная победа. Мы, по сути, просто добили. Я даже не видел, кто там дрался. Мы... потихоньку, помаленьку лутались, лутались, лутались и по сути просто добили в конце. Ну, довольно-таки хорошая тактика. Плюс 8 получаем. Так, выходим. Ах ты, фиолетового пока что нам не дали, ну ладно. Давайте посмотрим ограбление. Вот ограбление я пока что не играл. Ограбление 3 на 3. Защищай свой сейф, пытаясь одновременно взломать сейф вражеской команды. Побеждает команда, взломавшая сейф врага первой. Если время истечет, победителем будет объявлена команда, нанесевшая больше урона вражескому сейфу. Понятно. Слушай, мне кажется, ограбление самое прикольное. И он как-никак подходит. Он даже по внешности напоминает какого-то там... Не то что бандита, какого-то гангстера, я не знаю, как назвать. Так, ну что ж, давайте. Давайте ограбим это. Так, я. Я слился, да? О, 30 тысяч. У сейфа 30 тысяч хп. Офигеть. Довольно-таки много. Это будет сложно. Это будет сложно ограбить. Блин, мне кажется, это самый крутой режим. Пока что мне нравится этот режим. Так, молодец. Блин, я тут не могу пройти. Ё-моё, я думал, я сейчас пройду, не получилось. Так, теперь надо правильно быкануть, и все будет нормально. Так, к сейфу бежим. Слушай, я не добежал до сейфа, но у него уже 25 тысяч. Это хорошо. По крайней мере, мы уже его покосячили. Так, стоит отступить немножечко. Подхилиться. Так, идем. Ух ты, нифига себе, меня подбросили. Осторожно. Не стоит торопиться нам.
ты, нифига себе у него атака. Хорошая достаточно атака. Так, Мишка. Уходим, ребят, уходим. Теперь надо наступать. Блин, прикольный, мне нравится этот режим. Попробую пройти, ребят, кстати, неплохо я прохожу. Неплохо иду к сейфу, смотрите. Так, отлично. 2000 наношу. По 2000. Они, мне кажется, даже не видели, как я прошел. И 22 секунды осталось. Возможно, мы сейчас снесем сейф этот нафиг. Раз, два, 2000. Да, я думаю, мы снесем, ребят. 14 секунд осталось. Давай, еще удар. Мы снесли, ребята. Мы ограбили сейф. Офигительно мы это сделали. Мы грабанули сейф. Да, я это сделал, звездный игрок. Поздравляю. Так, что нам дали? А, за звездный жетон нам дают за победу. То есть, прикольно. Итого у нас есть эпик. Я думаю, мы с вами пооткрываем сундуки в следующей серии, да? А что насчет бойцов? Покупать я их не могу, да? Я могу только в магазине под акцию, да, что-нибудь взять. Сверхредкий боец. Блин, как же я хочу это сделать за 49. Всего лишь за 49. Блин, зря все-таки мега ящик открывал. Я бы лучше, наверное, сверхредкого бойца открыл. Было бы прикольно. Так, ну, я думаю, успеем мы с вами еще открыть. Немножечко подтянем этот момент. С вами был Даридис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Всем пока-пока. Это был классный боец, он мне понравился. А боец был очень-очень-очень. Прям как Red Bull, да? Всем пока-пока, в общем, классная игра. Еще вернемся.